Для них доброе слово, простая улыбка и талика внимания – необходимость, которая дает ощущение того, что они не одиноки, что они любимы и нужны. Речь идет о воспитанниках Центра медицинской реабилитации «Тонус», о тех, кто каждый день пытается побороть свою болезнь, о тех, для кого маленький шаг, слово или слог – уже большая победа. Именно поэтому поддерживать таких детей важно, особенно в новогодние и рождественские праздники, в те дни, когда воспитанники центра обретают надежду и веру в чудо. Это очень важная, нужная и необходимая традиция, очень хорошая традиция, которая очень нужна нашим детям. Вы видите, сколько было детей, сколько было родителей, как они ждали этого визита, как они хотят вот этого благословения, душевного вдохновения. Не меньше это важно и для наших сотрудников, которые также всегда приходят для того, чтобы благословил их Владыка. Всегда они рады этому визиту. Это вообще очень светлое событие в жизни центра. Рождественские благотворительные акции с участием епископа Брестского и Кобринского Иоанна уже успели стать традицией, которая порядка 10 лет. И каждый год воспитанники центра ждут этого события с нетерпением. События праздника, на котором каждый малыш хотя бы на время забывает о своей боли и ежедневной борьбе с недугом. Дети общаются, смотрят, развиваются. Есть дети, которые старше, они уже понимают, конечно, больше, чем вот мы маленькие, но все равно я считаю, что это нужно каждому ребенку, даже чтобы приобщать. Это как бы хорошо для детей. Как вам концерт? Хорошо, понравился. Хорошо пели все дети. Детям тоже нравится. Реагируют очень хорошо, голоса приятные, песни спокойные. Новогоднее представление с участием героев любимых мультфильмов, рождественские песни в исполнении хора воспитанников воскресной школы Свято-Николаевского храма и, конечно, поздравления с Новым годом и Рождеством. Безусловно, все это стало для детей настоящим праздником, полным веселья и волшебства. Именно для таких детей Рождество Христово – это еще праздник надежды на то, что человек укрепится хотя бы немного здоровьем, и ему будет легче нести жизненный крест, который есть у него, и надежда на то, что Господь будет помогать ему нести этот жизненный крест, то есть поведет его за руку по жизни и будет помогать этому человеку обходить все те сложности, которые его, конечно, ожидают, как человека больного. Сегодня Центр медицинской реабилитации для детей «Тонус» посещают порядка 100 маленьких пациентов. У каждого из них своя история, свой путь борьбы с болезнью. Однако есть то, что объединяет этих особенных детей. Желание быть здоровыми и любимыми, дарить радость и сопереживать. Ведь, как говорится, милосердие состоит не только в материальной помощи, сколько в духовной поддержке, которая дает веру и надежду в чудо.